наконец-то и я умудрился выбраться на рыбалку. И выбрал я место на Ирике, уединенное, чтобы никому не мешать, да и мне, чтобы не мешать. Вчера весь день проездил в поисках перспективного места, но все более-менее приемлемые места были заняты. Поэтому сегодня встал еще до рассвета и приехал вот на это замечательное место. Посмотрим, что у нас получится. Кстати, это мой первый выезд в этом сезоне. Прежде всего, замешу-ка я прикормку. Сварил кашу из всевозможных круп. Прежде всего, дробленый горох, разваренный до состояния пюре, с добавлением готовой прикормки для аромата. Ну что, закормим рыбку. Насадим червячка и вперед. Опа, клевочка первая. Вот и первая сарочка. Небольшая. Ну ладно, а первый раз пойдет. Говорится по губам. А где поплавок? Вот здесь. Ну что ж, коту на радость. Вроде маленькой густерки. Несмотря на достаточно сильный ветер, из-за которого даже немножко подмерзали руки, за час с небольшим удалось наловить немного рыбки. Надеюсь, коту это понравится. Спасибо, Ерик!